двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альта Профиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Продолжается монтаж лестницы. По высшему классу. Здесь происходит армирование с помощью арматуры десяточки. 20 на 20 ячеечка в два слоя. Снизу идет 4 сантиметра, потом 8. Вот. Вяжется, то есть засверливается в стену обязательно. Никакая не кладочная сетка. То есть обязательное такое армирование. Вот. Только после этого дальше уже будет выставляться следующий каркас. Уже непосредственно для ступеней. Мастер у нас очень скромный. Поэтому снимать его не буду. Он говорит, работа за меня говорит. Вот эта сторона потом будет выставляться по высоте. Выставили опалубку для ступеней. Получается, они, ступени идут 16,4 мм. 4. Вот такая точность. Выпиливали 200-ю доску под размер. То есть все они подогнаны в размер. То есть верх финиш будет заливаться. Вот, низ идет с учета финишного покрытия на пол 4 сантиметра. Вот. И вверх, соответственно. Все это в расчет тоже берется. Прикручивается USB. И с этой стороны еще доска для усиления. То есть все ступени завязаны, чтобы не выдавило. Вот с этой стороны уголок. С одной стороны, потому что там будет бетон. Соответственно, уже там не разберешь. Выглядит пространство. Грубо говоря, все воедино. Все идет одним монолитом, без стыков. То есть заливается одним ковром. Сейчас придет бетономешалка. Так получилось, у нас здесь на окно выходит одна ступень заподлицо, вторая вот таким образом. Вот такие вот дела. То есть окно будет там немного съедено. Ну, других вариантов нет, потому что хотели на этом расстоянии сделать площадку. Но с площадкой получается слишком крутые ступени. Вот. А чтобы вот такие были, как вот сейчас, 16, то есть пришлось площадку разбить еще. Получается, вот одна ступень, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. То есть 6 ступеней получилось площадки сделать. То есть это большой выигрыш, такие забежные ступени. Поэтому на вооружение, если у вас мало расстояния, но высокие потолки, обязательно только забежными ступенями все делать. То есть площадка у вас уже не пройдет. Так же, как и здесь. Потому что изначально здесь были металлическая лестница варилась. То есть здесь, по-моему, 25 сантиметров был подъем ступени, то есть очень высокий. Вот, пришлось все спиливать, заново вот решили бетоном. То есть почему бетон лучше? Потому что хотели низ и торцы отштукатурить. Вот, если сделать металлический, то трещать будет, как бы ты ни старался. Металл, бетон, вот этот стык постоянно будет лопаться. Вот здесь более получается однородная
поверхности, соответственно, стены отштукатурены, бетонные, и лестница бетонная. То есть все это большой плюс. Вот, поэтому в плане дальнейшей отделки у нас по плану, по проекту будет низ штукатуриться, вот, даже краситься, и торец будет белый. Даже подступенник тоже будет штукатуриться. То есть у нас верх только будет деревянный, все остальное будет в один дизайн, в классический. Вот. Вот самая верхняя ступень. То есть идет расчет также полового покрытия. То есть вот этот шаг уже идет с учетом. Все, ждем машину. Будем заливать. Вы можете по две лестницы за день заливать. Пойдет. Слушай, вот это весь вместе с ним, знаешь, пацаны? Такой сейчас вместе. Для плиточника как сделать? Да. Ну вообще плиточник любит толстый слой накладывать, поэтому для него вредно идеально. Да? Да. А чего раньше не говорили? Да вот. Я не спрашивал. Не спрашивал. Он просто будет в шоке. Он что, под гребеночку? Ну да. Все нормальные люди так и делают. Просто у нас в городе очень тяжело найти такой уровень. Особенно, когда дальше не ты делаешь. Скажешь, а плиточник дальше исправит. И ушел. Плиточник поправит. Да, обычно всегда так. Обычно редко, когда обычно под себя хорошо делаешь, а под других сделал, думаешь, а, годится. Мы тут, понимаешь, работаем на плиточнике. Вот, пускай именно вот этот человек сделает месяц. Как лучше в этот раз. Да. А этот человек приехал и сделал месяц. Под плиточник. Не зря очередь.
На лестнице, да? Что, большая очередь? Месяца два. Месяца на два, да? Значит, получается, вот эта вот лестница, если полностью, это сколько по времени ушла? Четвертый день. Четвертый день. Ну и один день, грубо говоря, разобрать, да? День, часа два. Часа два. Короче, 4 дня идет полностью с заливкой. И сколько она должна стоять так? По-хорошему 28 дней, да? 28 суток по-хорошему, да. А по-плохому? Ну, по-плохому, когда... Редко же кто так ждет? Редко, в основном неделя, полторы или вот так. Ну, то есть обязательно хотя бы недельку как минимум. Да, недельку разобрать, но не нагружать ее. То есть так. Нагружать, ну, то есть бывает, пробежаться так, на цепочку. Разберешь, допустим, лестницу делаешь, а работают еще каменщики, допустим. Один раз там надо им по лентке печа некуда поставить. И они бах и поставили на площадке. Понятно. Короче, пройтись можно через неделю. Пройтись можно будет завтра. А снимать опалубку? На неделю-полторы подержим. То есть, грубо говоря, ходить можно с опалубкой уже завтра, да. Через неделю. Уже бегать можно, а снимать через полторы. Ну, вы в основном где-то через полторы, да, снимаете так? Ну, ладно, да. Как заказчик вспомнит о нас, надо разобрать. Надо думать, как это... У нас здесь как раз все в стену уперлось. В принципе, 2 часа разбирает, но надо сюда приехать. Ну да. Собрать, увезти это. А вы еще это увозите с собой, да? Да, что это такое. Потом на следующий пойдет. Понятно. Ну. Еще следующий видос заснимем, уже когда снимем опалубку все полностью. Что получится? Интересно посмотреть будет в разобранном виде. Прошел один день. Все подсохло уже. Вот такая получилась лесенка.